Мордовский велоцентр – объект сам по себе уникальный. Это единственный в России крытый трек. Теперь на его территории появится еще один объект, не имеющий аналогов в стране. В этом году в рамках нацпроекта «Спорт. Нормы жизни» приступили к строительству суперкросс-трассы. Она позволит российским гонщикам тренироваться на качественно новом уровне, не уступая соперникам из стран, лидирующих в дисциплине BMX. Объект уникальный. Мы привлекаем для самой трассы международных специалистов. Ну а сети все типовое, там, площадочное. То есть тут ничего сложного нет. Здесь возведут две стартовые горы высотой в 5 и 8 метров, проложат трассу длиной в 440 метров, а также обеспечат объект всей необходимой для проведения больших соревнований инфраструктурой. Вместить такой BMX-стадион сможет до 1500 человек. Сейчас работы на стадии возведения металлических конструкций, отливки виражей и вертикальной планировки площадки. Также производится устройство всех внутриплощадочных сетей. Предстоит нам сделать еще, сформировать само полотно трассы, поставить трибуны и сделать благоустройство. Стоимость такого уникального спортивного объекта около 200 миллионов рублей. Сейчас работы идут в соответствии с графиком. Завершить их должны в декабре этого года. В 2023-м, как только сойдет снег, новая суперкросс-трасса уже будет готова принять свои первые соревнования. Ирина Семенова, Станислав Семин, «Народные новости».